Всем привет! Сегодня мы находимся в Sam's магазине. Это Sam's Club называется. Там нужна клубная карта, стоит она $50 на гость. Вот там стоит отличная фотография. И вы можете находить здесь про технику. Большие пачки клубники, малины, мясо большие, огромные пачки и так далее. В общем, посмотрите. Роквор вот есть. Фета. Фэт-фри, без жира. Как я уже говорила, что жира у них здесь вообще, по-моему, не найти. Но я люблю все с жирком. Я люблю все такое настоящее. Продукты. Пойдем сладкое посмотрим вон там. А вот 2,29. Такие кусманы огромнейшие. Порк, свинятина. О, Ярик, не трогай. Это дикая вообще. Какие-то кислотные торты, какие-то кислотные десерты. Я такое не понимаю, я такое не рискую покупать. Ярик. Хлеб. Хлеб не стоит, наверное, показывать. Пирожные, ну это, конечно, все безумно вредно. Хотела бейглс показать, но их почему-то куда-то перенесли. Лепешечки, сэндвич. Очень любят они всякие лепешечные дела. Всякие. Ярик, не отходи далеко. Как это открой? Выпечка. Поехал. Там вода началась. Кстати, если прямо посмотреть, вот такая пачка воды стоит 4,98. Это вот латинские дамы. Их очень много, вот таких объемов. Вот, кстати, 3,98. И белых очень мало таких дам. А именно темненькие. Смугляшки, шоколашки. А, дядя. Смешной дядя. Здесь можно купить и золото. И айпады, кстати. А сколько здесь, интересно, цена? Примерно так же, наверное. Так же стоит. Так же. Начально. А, Samsung. И полотенца можно купить. Все вот такими большими пачками голубика, черника, виноград. Фрукты выгоднее получаются, и нарезанные фрукты, и порошки здесь есть, сегодня людей очень много, и соки, бананчики, что еще здесь, малины сегодня нет почему-то, там разные грейпфруты. Авокадо, соки. Одежда, книжки детские, книжки другие. Все мороженое. $20. Ну, давай съедим. $6.98, $7.48. Это такие сладкие, кстати, яблочки. Такие. Здесь как бы оптовый получается магазин. Пиво. Корона. $23.96. Малины сегодня нет почему-то. И клубники нет.
Как странно. Это все ветчина. Это он вот так и хочет что-то есть. Тут свежее, на удивление, выставили. Мясо свежее идет. Соломон. 6,48 за Б. И что-то готовое 6,98. Такой кусок вот стоит 12,70. Или 14. Рыбу ты будешь? На суп? Да, сварю говядину побольше. 13 долларов. Такие кусманы. $13 это недорого вообще. Вот еще есть фармация. Можно поесть вот такую вот американскую еду. Здесь есть столики. Вот, кстати, карта эта в Sam's Club. Так она выглядит. Там фамилия, имя, отчество пишется.